Ульяновские разработчики знают, как привлечь максимальное количество людей к экологическим проблемам. На днях компания iTech Group запустила приложение «Втор+». Его суть в том, чтобы помочь человеку правильно сдать мусор на вторичную переработку и научить людей правильно сортировать мусор. Через экран мобильника можно узнать, как подготовить мусор, заказать вывоз в удобное для себя время и получить за это бонусы, которые затем можно обменять на рубли. Пользователь скачивает приложение со стора, регистрируется по номеру телефона, и дальше у него есть выбор. Он может просто сдавать мусор, либо он может забирать мусор и участвовать в качестве водителя. Причем у пользователя есть выбор – сдавать мусор, либо же забирать его и участвовать в качестве водителя. Еще одна интересная разработка – доброе мобильное приложение «Твой час». Пользователь мобильного решения после регистрации может выбрать задание в системе по своим возможностям – оказать помощь геронтологическому центру, многодетной семье, одиноким родителям или детям с ограниченными возможностями здоровья. Любой желающий может бесплатно скачать приложение на свой смартфон и стать волонтером. Пилотными регионами для его внедрения стали Ульяновская область и Удмуртская республика. И на сегодняшний день уже зарегистрировано, если не ошибаюсь, больше 10 тысяч человек, которые, ну, считают себя волонтерами. И это, ну, чаще это не профессиональные волонтеры, это люди уже, которые, вот по статистике, у нас более 70%, как ни странно, оказалось людей 35+. То есть это люди уже состоявшиеся, которые искренне хотят чем-то помочь, поделиться. Напомним, по поручению губернатора Сергея Морозова в регионе создаются комфортные условия для роста и развития IT-компаний. Для организации действуют пониженные налоговые ставки, грантовые программы. IT-специалисты могут получать единовременную социальную выплату при приобретении готового жилья в ипотеку. Также по областной программе «Цифровые технологии» уже сегодня подготовлен реестр компаний, проекты которых могут принять участие в конкурсном отборе на получение грантов федерального центра, стартующего 1 сентября 2019 года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.